что, первое впечатление о трассе? Нужно, я устал. Красиво, на второй половине. Выражаем такие предстартовые ощущения. За окрыление торговой марки Red Bull, а кроме которая этого... всегда на стороне спорта. Ничего себе, вот эта скорость быстрее многих мальчиков. Давай! Ой-ой-ой, отлично, отлично! Прекрасная скорость. О, большой трамплин. Вообще очень ловко. Не теряя скорости, такое финальное препятствие и заключительная прямая. Наверное, большинство. Ну, ты круто проехала, молодец. Сейчас скажу, у них это среднее время 54-56 секунд. Оп-оп-оп-оп-оп. Поддержим на финише, забросим его туда. Я видел. Есть. Ну, рывок такой, да. Несмотря... Вот так вот. Спокойно дает фору. Пару секунд отдохнуть свою мысль в форму. Почему? Проходится по трассе просто как, не знаю, язык по леденцу, облизывает все повороты, все препятствия, без лишних вообще телодвижений. И вот уже финишная прямая, вообще, по-моему, просто в два раза быстрее. Вот он там, и вот он уже на финише. Аплодисменты, чуть не улетел. Впечатление, давай. Первый поток. Андрей вырывается вперед, за ним сразу идет ростик. Трамплин. И два человека через покрышки. Очень сложно обогнать сейчас на поворотах. Андрей все еще занимает лидирующую позицию. Ребята берут небольшую паузу. Разгон на флайбокс. Все еще первый Андрей. Ребята как на старте стали, так и решают никого не обгонять. Заход на призор. Андрей подпадывает призор. Одно спасение распределится, а металлист как раз на расширенном месте. На старте сразу Илья Журавский занимает первую позицию, за ним идет Боровский Андрей. Деменко Алексей пытается его подкинуть и выходит вперед все-таки. На вторую позицию уже идет Алексей Деменко, на третьей Андрей Боровский. Третья идет девушка Екатерина Лёхина, но она не проходит край, поэтому ее сейчас обогнать. Давай, 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 давай! Заход на плейбокс, нам еще все может измениться. Ребята набрали небольшую
Катя выкидывает слишком сильно вверх. Первый Илья Жировский. Второй Дима Калисей. Третий Андрей Боровский. Ну давай, обгони всех на финише. Алексей решил сильно быстро не катиться. Вот первый у нас идет Брестовицкий, за ним идет Екатерина Алехина, потом Бортник. И Алексей Прокат, который сейчас походу будет показывать там трюки на спайне, да? Давай! Отличный трюк. Первый Сеша Брестовицкий. Вторая Екатерина Алехина, третий Бортник Алексей. На старте первый Андрей Блажевский, за ним идет сразу Илья Жировский. После Жировского идет Ростислав Игнатенко, и Боровский Андрей замыкает четверку. Первый Андрей Благушин. Илья Журавский обгоняет его на спайне. Нет, все-таки не было обгона. Андрей перелетает просто флайбокс. И все живет первый. За ним все живет Илья Журавский. И Хамек Красислав третий. Сегодня здесь прошел реально крутой контест, который в следующем году, мы надеемся, станет одним из этапов мировой серии скейт-кросса. Мы сделаем для этого все необходимое и думаем, что у нас получится, так как трасса, которая здесь, в парке Горького, отвечает всем требованиям. Она безопасна, как мы сегодня убедились, интересно. Ну и в принципе все. Надеюсь, что она будет еще интереснее с каждым разом. И можно будет экстрим-фестиваль добавлять не только кросс, но и другие дисциплины, сделав это масштабным фестивалем начала лета. Ну что, финалисты. По очереди сюда. Четвертое место занимает барабанная дробь скейт-кросс Боровский Андрей. Поздравляйте, Андрюха. Твой памятный знак. Команда Just Wheels. Футболочка от дома футболок. Обязательно можно. Сейчас вот это там. Диплом, что бабушка гордилась. Слово Андрею. Я хотел бы сказать спасибо участникам, особенно Лёхе Деменко, с которым нам надо. Непонятно, Лёха, давай сюда тоже. Поддержим! Маме спасибо. Вас, ребята, оставайтесь тут. А второе место. А третье. Нельзя второе. У меня второе написано. Третье место. Не дал обойти, провернуть свою коварную фишку. Бросок на финише занимает Ростислав Игнатенко. Несмотря на то, что вчера на раскатке он повредил ногу, сегодня он занимает третье место. Я расскажу, как все было. Дождь, скользко. Мы только все расставили и такие, ну все, пробуем, на ногах, побежали. На трапеции подскользнулся и чуть не разбился. Осы, вот так в кроссовках. Аплодисменты!
вот такую вот классную майку от Окли и Коршопа. Протест получает догоночку. И еще раз порция аплодисментов. Спасибо. Второе место. Очень старался, очень хотел. Был мега быстрый, но в финале оступился. Просто так вот постарался, что оступился в самом начале. Потерял лидерство и не смог его вернуть, хотя подавал все надежды. Хочется сказать, что это человек, который хотел перестроить эту трассу больше всех. Он хотел поменять все углы, все ему было не так. Поставить фигуры намного ближе, там раздвинуть все намного шире, да, Илья? Второе место, Илья Журавский. Держи куда. От бренда Окли и Коршопа протест сезончику. Такая новая маечка Окли, чтоб ты на пляже чувствовал себя настоящим мачо. Вот, есть куда все сложить. Спасибо партнерам, спасибо Илье. Ну и первое место, давайте 10%, кто ставил, несите. И он придет. Андрей Благушин. Реально пример для катания в скейт-кроссе и не только в скейт-кроссе. Очень стильно, легко катается, переступает. Вот такой вот легенький, красивенький рюкзак Окли. Побеждает и вот, да, для родителей диплом показать. Старался, победил. Аплодисменты всем. Себе, что смотрели, старались. Подходите все сюда, фотографы нас всех вместе зафоткают. Давайте просто как лицом туда. Оп-оп-оп. Садимся, становимся, присаживаемся. С велосипеда тоже можно. Давайте, давайте все собираемся в кучу. Вот. Победители, кубки вверх, подарки вверх. Давайте готовимся. О, отлично, велосипедки. Девчонки, давайте, чего вы? Все сюда. Пойдем, пойдем. Ну, чего там стоять в сторонке, а потом как вас отметят ВКонтакте? Давай,